Ненецкая центральная библиотека имени Пичкова принимает участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». Учреждение представит проект «Наука для всех». О месте, где прививают любовь к литературе и всегда рады читателям, расскажем в следующем сюжете. С чего начинается библиотека? Конечно же, с книг. Обычно люди, занимающиеся наполнением фонда и следящие за состоянием каждого экземпляра, остаются вне поля зрения читателей. А ведь без них не было бы у жителей Ненецкого округа такого выбора книг. От зарубежной и русской классики до профессиональной литературы. Наш отдел является одним из сложных отделов библиотеки, одним из самых важнейших. Отдел занимается... Выполняет вообще очень много функций, но основная из них – это, конечно, комплектование Ненецкой центральной библиотеки. Сюда входит и закупка книжной продукции, и для центральной библиотеки, для библиотек филиалов. Фонд книг обновляется два раза в год. Его формируют, основываясь на интересах читателей, которые, заполняя анкету, помогают сотрудникам понять, что же необходимо библиотеке. Также любой желающий может оставить заявку на книгу, которая отсутствует в фонде, и ее постараются найти и привезти. Познакомиться с теми экземплярами, которые уже ждут читателей, можно в отделе абонемента, где добрые и отзывчивые сотрудники сориентируют и помогут с выбором интересной литературы, основываясь на ваших вкусах. Раньше больше приходили... Люди в возрасте. Даже у нас читатели были даже 90 лет. Вот сейчас в связи с таким немножечко они стали поменьше ходить, потому что все-таки они побаиваются. Сейчас такой средний возраст. И вот в настоящее время сейчас вот ученики тоже приходят. Школьники, студенты, люди среднего и старшего возраста. В Ненецкой центральной библиотеке каждый посетитель как показатель, что их работа важна и ее ценят. А если вам хочется начать читать выбранную книгу прямо в библиотеке, на третьем этаже есть читальный зал. Кстати, здесь ежемесячно обновляют выставочные стенды. Например, в августе здесь можно узнать много нового про заготовки. Ну и, конечно же, про главный ненецкий праздник – День оленя. Кстати говоря, о народных традициях читатель может найти литературу в отделе Севера. Наш отдел очень пользуется большой популярностью, потому что сейчас интерес к родному краю именно вот нашего округа, да, у школьников очень, как бы сказать, популярен. Почему? Потому что они, учителя им задают там подготовить какую-нибудь работу, да, и вот они сюда приходят. В отделе Севера есть не только историческая и документальная литература, но и художественная. Там же выставлены книги местных авторов. Для привлечения посетителей в библиотеке постоянно проводятся различные мероприятия. Самое популярное – «Библионочь» – любимое событие для всех читающих наренмарцев. Мероприятий проводилось очень много. Но у нас сам регион является читающим, потому что у нас каждый второй является читателем нашей центральной библиотеки. Ну, я не говорю о школьных, там других библиотеках. То есть на сегодня у нас более 50% населения является пользователем библиотек. Больше половины из них – это у нас дети, подрастающие поколения, подростки, дети. Ненецкая центральная библиотека каждый год выдвигается на всероссийский конкурс «Самый читающий регион». В 2015 году наш округ занял второе место. Отрадно, что в столь маленьком округе находится библиотека, которая учитывает все интересы читателей. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, телеканал «Север».